Ну а тем, кто стоит на страже нашего с вами здоровья, преподнесли приятный сюрприз в преддверии Нового года. Именно так можно назвать вручение подарков коллективу Апатитско-Кировской городской больницы врачам, медицинским сестрам, санитаркам. А выступил в роли доброго волшебника Кировский филиал акционерного общества «Апатит». Пакеты с логотипом компании «Фосагро» отгружают со склада КРП. Следующий пункт назначения – актовый зал Кировской поликлиники. Здесь уже все готово для вручения презентов. Компания «Фосагро» подготовила для каждого сотрудника больницы небольшие сувениры праздничные. Пусть они скрасят ваши новогодние столы и придадут праздничного настроения. Наше крепкое плечо и рука помощи всегда протянута. Мы вместе будем бороться со всеми вызовами, которые стоят и будут стоять перед нами. А в ответ руководство предприятия в очередной раз получило благодарность от главврача Юрия Ширяева за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом. Больница не нуждалась ни в чем. А если больница не нуждалась ни в чем не нуждались пациенты. Наверное, неоценимый вклад, который вы, наверное, даже не представляете, что вы, как вы нам помогли, в том числе через нас помогли жителям этих двух городов. Всего младшему, среднему медперсоналу и врачам передано 1617 подарков. Слаженно работать как единый организм, сотрудничать, обе сферы, производственная и медицинская, продолжат и дальше. Тем более в период пандемии.